Добрый день, мои дорогие весы. Я сейчас хочу сделать для вас прогноз на неделю 12 по 18 февраля. Итак, мои дорогие весы, сейчас посмотрим, что моим весам принесет эта неделя. Итак, работа. Так, по работе будете прояснять какую-то ситуацию. Прояснять, выяснять, разъяснять, принимать очень важное решение в своей работе, важный выбор. Тут еще у вас будет очень такой серьезный. Но то, что вы будете все, как знаете, думать, обдумывать, что, куда, откуда, как, почему, зачем, да, то есть проясняю, выясняю, внедряю, разъясняю вот это все. Ну, вот так вот, мои дорогие, с бумагами так же самое, а что-то может быть, да, по бумагам будете очень четко все смотреть. Выяснять это все дело, что касается работы, за работой связана, это платежная система. Так, по финансам для моих весов, что финансы у вас будут. Смотрите, финансы активны, деньги в обороте. И так же самое по финансам еще у вас идет новости, нежданные, негаданные. Вы не ожидаете. Их новости хорошие, что касается денег. Может, кому-то деньги будут зачислены на карточку, да, вы не ожидаете, что вам их зачислят так быстро. Так, здоровье для моих весов. Ну, здоровьем, вы знаете, в принципе, нужно заниматься, у каждого оно покажет свое. Вот. Ну, вот какой-то холод идет тут. Холод. По здоровью холод. А кто-то будет зубами заниматься, вот так, посещать вот медицинские учреждения. То есть у каждого по-разному, да, еще раз повторяю. Но здоровьем нужно заниматься. У кого-то голова, головные боли. Есть тоже такое. Много думаете. Так, смотрим дальше. Личная жизнь для моих весов. Ну, стабильно есть, так и есть. На этой неделе у вас будет без существенных изменений. Так, социум для моих весов. Взаимодействие у вас будет с мужчиной, с парнем. Этот человек может быть водного знака зодиака, но я к этому не привязываюсь. Он такой может быть плотненький по телосложению, да, любит покушать, там, выпить немножко, посидеть, расслабиться. Вот вы будете, на новости у вас еще идут какие-то от этого человека. Так же самое у вас еще, может быть от этого человека еще новости по финансам, вы не ожидаете их. Но это тоже может оговариваться все. Так, совет моим весам на эту неделю. У вас будет очень хороший шанс, что касается работы. Постарайтесь ним воспользоваться. Вот и поэтому по работе. Вы все проясняете, выясняете, внедряете, что, куда, откуда, как. Разъясняете все, принимаете это важное решение в вашей жизни, да, и совет. Не упусти тот шанс, который будет дан тебе по работе. Это будет хорошо. Так, чего не стоит делать моим весам на этой неделе? Смотрите, кому-то вы идете вот с каким-то предложением, вот у каждого свое, да. Если парень, мужчина хочет сделать предложение своей девушке, женщине, на этой неделе вам его делать не надо. Вот, позже там сделать эту неделю, как-то она неблагоприятная вам будет для этого. А также самое, не стоит ехать куда-то, поездки дальние, вот дальние далеко, вам не надо туда ехать. Кто хотел продать машину, эта неделя для вас закрыта. Или какое-то другое транспортное средство вы на этой неделе не продадите. Она неблагополучная как-то для вас в этом плане будет. Вот вам это делать не стоит. Так, и чем порадует, обрадует моих весов эта неделя? Отдых. Вы как успокоитесь? Вы как успокоитесь? Все стало спокойно, на круги своя. И вот вы как, знаете, отдыхаете от этого. Вот что все успокоилось, все разрешилось. Тут у вас работа. Вы настолько будете все взвешивать, решать, принимать. И вы потом в конце недели успокоитесь. Все, да, спокойно, все. Как я говорю, мирно, все хорошо. Вот так, мои дорогие весы, такой у вас прогноз на неделю 12 по 18 февраля. Я желаю всем мира, удачи, благополучия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С уважением ко всем к вам, ваша Аза Таро. До свидания.